Узбекистан привел армию в полную боеготовность из-за ситуации в Афганистане. Министерство обороны Узбекистана привело армию в боевую готовность в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства. Экстренная проверка проходит в подразделениях Ташкентского и Юго-Западного особых военных округов, а также в частях противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. В ходе нее проверят готовность личного состава, его практические навыки при подаче сигнала тревоги и способность выполнять поставленные задачи боевой подготовки. Активное наступление талибов в Афганистане вынуждает сторонников правительства бежать в приграничные регионы и резко ухудшает ситуацию в странах Центральной Азии. В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили о пресечении любых незаконных действий на приграничных территориях и призвали к поддержанию стабильных отношений с соседней страной.